Знаете, где мы сегодня? В деревне номер 135. Да, ребят, наконец-таки. Мы снова здесь. Ребят, надеюсь, вы ждали ее, потому что серии выходили, не выходили несколько дней просто. Это уже, наверное, 12-я серия вышла. Ребят, я не знаю, благодарю вас просто за вашу активность. На канале Флайна, например, уже 72 просмотра на клипы, ребят. Давайте мы такими же крутыми будем и накупим как можно больше просмотров на клипе тоже. Поворачиваем. Залетим в деревню. Не так же быстро. Так. Так. Ребята, поняли, приехать. Я не хочу оставлять свою машину тут. Сказали, что это потом. Теперь можно ехать, надеюсь. Ну, ребят, капец. Ребят, это же просто капец какой-то. Что такое? Ребят, кстати, кому нравится мой скин, жмите лайк. Ребят, наверное, завтра выйдет видео по реальной жизни. У меня даже будет свой оператор. Мы будем сниматься на улице. Так что, пожалуйста, если вы хотите роликов по реальной жизни, вы ставьте лайки, ребят. Потому что ролики по реальной жизни, они будут редкие на моем канале. Скажите мне три редкие вещи. Легендарка в Brawl Stars. Халява в Майнкрафте. И... Надеюсь, жители не против то, что... Опа. А это старая добрая ловушка. Я ее уже обожаю. Крафтик решает. Пойдем, пойдем к воротам. Посмотрим, как он выживает. Чем мне кажется. Все, ладно, будем круто. Рау. Так, кто-то блин, не страшно. Он домой не возвращался. Поехался, видимо. Не Роупен. Ребят. Лайк для Роупена. Ладно, мы тут побежали. Не будем отчаиваться. Так, ребят, бежим. Домой бежим.
осталось для тропического дерева. Берем, 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 чтобы было не правда. Покоряем меня твоя правда. Мы бежим, чтобы как будто пипарда. Да, бежим, 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 бежим. Угу. Я машину стою. Ну ладно. У них еще беленькая. Люди врут порой. Я давлю на газ, я давлю на газ. Руки воют нам, я плачу судьбой, я плачу богам. Снова ставлю дырю, я лезу в окно, я иду. Ну ладно, ребят, мне просто заела эта песня. Ура, ребята, мы здесь! Вот он, мой храм. Ребят, знаете что? Давайте я вместе с вами пойдем и построим еще один какой-нибудь огроменный дом. Угу. А, ребят, я не буду кровать, как я построила мой дом. Все, ребят, выходим из Майнкрафта. Вы, наверное, догадались. Вот такой вот модик есть. Только стрелы через другой. Но он оказался неудобным. Да, мне нравится. Нет, спасибо. Постройки. Средневековье. Не, не слишком большие. Модерн. Модерн плюс. Офигеть, ребят. Мне кажется, мне новый дом надо покупать. Вместе с вами. Видимо, у меня будет новый дом. Хотя это не точно. Мне придется машину перегонять. Не просто модерн. Да, понятно. Все как построено. Вот этот можно построить. Надеюсь, он влезет, ребят. Ой, мир нормально лежит. Какая интересная реклама, ребят. Майнкрафт, надеюсь, он не заделал мой дом, потому что это будет капец обидно. Ждем. Этот ролик уже довольно не коротенький. Ребята, знаете, почему у нас на долгие ролики? Я не знаю, куда бежать. Сейчас я не перегружаюсь. Вот мой дом.
Отлично, вы давайте сделаем прямо сейчас день. Ясно. Время день. Стоп, вообще. А, мне показалось, что это оборудование дома. Ладно. Ребята, давайте я прямо сейчас зайду в гем. Отлечу вот сюда. Сейчас. Вот сюда. И построим мы тут город, а? А, ребят, как вам такое? Это, ребят, я просто смотрел свои видосики. Прям у вас на глазах скачиваю приложение. Карта школа. Карта карты. Обновить. Ладно, ребят. Вот это вот красиво. Все, ребят, нам уже, ладно, не получится построить гигантский город, но все-таки мы поиграем в деревню. Видимо, сегодня мне повезло. Потому что, ребят, я такое только что думала, вот прям жесть. Знаете, что я буду делать? Ничего. Ничего, ребят, я просто не могу, ничего мне в голову не приходит. Наверное, на этом наш ролик подходит к концу. Всем пока, ребята. Увидимся в следующем ролике. Надеюсь, что следующий ролик будет не в четверг, как хотелось бы мне, а в среду или в понедельник. Потому что во вторник у меня, извините, не может быть ролика. Занята. Друзьями гулять, наверное, пойду. Всем пока, ребята.